Всем привет, всем добрый вечер. Продолжается моя диета. Я сейчас немножко не снимаю свои обеды, завтраки, ужины, но прогулку сниму. Вышла проходить 10 тысяч шагов, как всегда, после ужина. У нас в Москве мороз, сильный, скрипучий снег, блестящий, красота. Зима полным ходом. Но я вам скажу, что у меня был сегодня на завтрак. На завтрак у меня был сегодня творог, кофе без сахара и вкусняшечка, шоколадочка маленькая. На обед у меня было брокколи с рыбкой. Вот. На ужин яйца, две штуки, сыр кусочек и зеленый чай. Вот такой вот у меня был сегодня диетический день. Ну, в принципе, примерно одинаково питаюсь, плюс-минус что-то меняю, добавляю то гречку, то кашу. Так, в принципе, самое главное, что я держусь, после 6 не ем. Это для меня вообще подвиг, можно сказать, потому что я после 6 всегда ела, особенно сладкое, вот, на ночь. Поэтому я держусь, не срываюсь. И ходьбу никто не отменял мне. Хожу каждый вечер. В понедельник у меня будет ровно 3 недели, как я сижу на диете. Вот. И буквально через недельку я буду взвешиваться. Надеюсь, будет небольшой результат. Что-нибудь скину. Килограммчики немножко. Потому что по себе ощущаю, что мне легче. Как-то вот легче. Значит, результат есть. Ну, а я пошла ходить, а то у меня мерзнут руки. У нас очень сильно мороз. Зима прям вообще в этом году что-то рано настало. И прям такие морозы. Не знаю, насколько это продлится, но Новый год такой и должен быть, я считаю. Чтобы было снег. Много снега. И морозец такой скрипучий. Всем пока!